В настоящее время медицина поднялась на недосягаемый ранее уровень. Значительно улучшилась техническая оснащенность медицинских учреждений. Появляются методики, которые позволяют повысить качество лечения пациентов. Мощные технологии создают новые инструменты для диагностики и лечения заболеваний. Но для всего этого нужна основа. Каждый из нас в течение жизни создает огромное количество различных данных. Их объем превышает 300 миллионов книг. Максимальное использование этих данных даст людям возможность жить более долгой и здоровой жизнью. Мы уже сделали первый шаг в этом направлении. Представляем вам нашу разработку – технологию CELLS. Это обучаемая модель, которую можно применять в области рентгенографии, компьютерной томографии и других видов диагностики. CELLS помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Это оказывает огромное влияние на конечный результат лечения. При ранней диагностике есть все шансы добиться полного выздоровления или долгосрочной ремиссии. Если диагностировать онкологию на первой стадии, можно увидеть такие результаты. Рак молочной железы – 96% излечения. Меланома – 97%. Рак кожи – 100%. Рак легких – 60-80%. Чем дольше пациент не проходит обследование, тем больше риск и меньше шансов на выздоровление. Не так страшен диагноз, страшно промедление с началом лечения. Именно поэтому главной целью проекта CELLS стала помощь в совершенствовании процесса установки диагноза и осуществления прогноза развития заболевания. Технология CELLS успешно используется в крупнейших онкологических центрах. Лучшие онкологи и рентгенологи обучают нейросеть алгоритму выявления патологии, который они сами используют в своей работе. CELLS помогает избежать ошибок, вызванных человеческим фактором, и сократить объем времени на исследование и постановку диагноза. Информация и возможность ее интерпретировать – самый эффективный инструмент современной медицины. Открывая новые способы понимания болезни и лечения пациентов, CELLS станет той технологией, которая поможет проложить путь к жизни без рака.